мы поняли, насколько важно развивать детский хоккей в нашей стране. Мы еще раз сегодня посоветовались и решили, что в следующем году турнир будет и команд будет еще больше. Эти дети с ними, они каждый год рвутся на этот турнир, им очень понравилось, и чуть ли не каждый день спрашивают, когда. Просто ребятам объясняю, что у вас возраст уже вышел, вас возраст уже отыграл. Теперь следующее поколение должно принимать участие в таком очень прекрасном турнире. Команда у нас как бы такая боевая, любят силовую игру. И думаю, что они на этом турнире должны показать себя с самой лучшей стороны. Это даст ребятам большой опыт в их дальнейшей карьере спортивной. Принесет положительные эмоции для детей. И я думаю, что не только для детей, для родителей тоже. И родителям будет приятно воспоминания своих детей о этом турнире. Так что турнир, я думаю, что будет очень полезный для детей. Любые соревнования, какие бы они ни были, международные или местного значения, все равно для ребят это волнительно. Эти ребята уже участвовали на всероссийских соревнованиях по северо-западному центральному федеральному кругу. В Ленинградской области играли. И думаю, что международные соревнования, конечно, естественно, они волнительны, более ответственно они подойдут к этим соревнованиям и будут играть. Мне нравится хоккей, тоже плюс стремишься ты к победе, и ты получаешь от этого удовольствие и обучаешь какие-то приемы новые. Это игра, которая воспитывает дух. Хоккей – это дружба, это команда. Хоккей – это еще и умение играть дружно и сильно. Это игра, которая воспитывает чувство локтя и товарищества. Побеждает только команда. Чтобы победить, нужна воля к победе. Надо много стараться. Победа. Главное – дух победы. Наши хоккеисты – самые сильные. Я хочу сказать, чтобы они соперников не боялись, уважали, играли свою игру, показали то, что они умеют, а они умеют многое. Хочется надеяться, что на этом турнире они покажут все, на что они способны.